Здорово, ребят. Пришла мне сегодня здоровенная коробка. На самом деле, я, конечно, на почте уже проверил, все ли внутри на месте, но я не присматривал. Просто посмотрел, что на месте то, что мне нужно. А теперь я ее вскрою и посмотрю. А то, помимо этого, мне еще несколько коллекционок скопилось. Ну, об этом позже. Ну что, поехали вскрывать. Еще одна карабень с кучей бумаги, пупырчатого полиэтилена. Опа. Так, это, короче, мы убираем. Она больше не понадобится. Вот эту обертку я сверху снял, уже видно, что это что-то связанное с Marvel. С этой стороны все черное, там наполнение, с этой тоже все черное. А коллекционка это по Marvel vs. Capcom Infinite. Их с игрой у меня отдельно, а эта коллекционка я приобрел, она без диска. Это именно набор лута всякого. Ну, давайте смотреть, что внутри. Эту пленку я пока снимать не буду, потому что коробку еще пока не подготовил я шкаф для коллекциона. Пусть пока будет в пленке. Но внутренность это нам не помешает посмотреть. По весу что-то там точно есть. Это главное. Так, что тут у нас пишут? Пишут, как вставлять батарейки. Так, пишут, что все аккуратненько надо с этим поступать. Попробуем. Самому бы не хотелось ничего сломать. Ничего нет. Еще одну коробку убираем в сторону. Теперь куда это нож? Теперь отрезаем скотч. Какой-то пулечек. Аккуратненько. Боюсь повредить. Так. Надо ее положить. Что-то я разрезал. Холодная. С улицы только что. Тут тоже выдавлено. Если видно на камеру. Marvel vs. Capcom. А внутри сколько вкуснятин. Просто уйма. Так, нам надо как-то немножечко опуститься. Все. Так, теперь смотрим содержимое. Придется много монтировать из-за того, что я впервые использую штатив для более четкой картинки. Что у нас здесь? Давайте по порядку. Здесь куча фигурок. Куча просто. Посмотрите на эту прелесть. Это
Железный Человек. Один из самых интересных персонажей, на мой вкус. Например, тех же Мстителей. Очень с юмором был. И вот он. На такой подставке. Ничего, правда, лучше. Может, он и шевелится, но лучше не шевелить. Вот он такой. Что-то пишет у нас. Marvel versus Capcom. Все лицензит. Все натурательное. Вот такой железный человек. И он достаточно, блин, не маленький. Я когда смотрел фотку, мне показалось, что фигурки очень маленькие. А нет, не очень-то они и маленькие. Далее. Теперь персонаж Capcom. Мы будем по очереди, да? Capcom, Marvel. И вторым персонажем у нас является Чун-Ли. Одна из первых, если не первая девушка, которая появилась во всяких вообще файтингах. Вот такая вот фигурка. Блин, клёвая вообще. Я просто в восторге от качества этой коллекционочки. Просто вообще охренеть. Отлично. Поставим её рядом. Сражаются. Следующий у нас будет опять марвеловский персонаж. Посмотрим, кто здесь у нас. Это, я так понимаю, Капитан Марвел, или что-то типа того. Как ее там? Эту барышню звали. Вот. Может, я ошибаюсь. Тут написано? Нет, не написано. Не буду блистать своей тупостью. Ну, в общем, вот такая вот фигурка. Тоже качество очень приятное. Просто. Просто бомба. Поставим ее здесь. Ну и. Этот красавчик. Как же я давно мечтал иметь хоть какую-то фигурку по Мегамену. Но в наших краях они вообще не ходят. Посмотрите, наконец-то у меня есть X. У меня есть теперь фигурка по X. Вот такой. Красавчик. Ура! У меня есть фигурка по X. Так, и последнее. Что у нас тут есть в коробке? Это вот такой вот сундучок. Сундучок. А в сундучке вовремя у меня телефон позвонил. А в сундучке у нас сейчас узнаем, что он пластиковый, но такой на ощущение. Приятный. Блин, мне понадобится отвертка. Вот этот, вот, блин. Или сначала показать. Нет, сразу ставим батарейку. Что там за винт-то хоть? Листовой. Наверное, чтобы не царапался. Есть у меня такая отвертка. Надеюсь, что это подойдет. Подойди, пожалуйста. Нет, подошла. Так, 3 батареечки. Спасибо, мне не придется идти в магазин. Очень
признателен за то, что ложат батарейки. Комплект. Сейчас мне очень нравится, когда крышка от батарейного отсека на винте, ну да ладно. Так, вставили батарейки, надеюсь они, просто коллекционка-то, наверное, какого там, 17-го года, надеюсь они еще живы. А внутри у нас драконьи яйца, или камни бесконечности, или еще что-то. Мы сейчас... Ого, они светятся. Они мерцают. Они мерцают. Давайте потушим свет. И посмотрим, как это будет выглядеть. Без света. Чик. Вот так вот выглядит. Выглядит этот сундучок. Интересно, он тухнет, если закрыть. Не, он всегда горит. Не работает система из холодильника, но все-таки. Вот такая вот коллекционочка, скажем так. Да, диск с игрой у меня отдельно. Наверное, надо его показать. Просто сейчас мне до него не добраться. Я отдельно склею, покажу диск. Просто что весь комплект в сборе. Вот так вот выглядит это все добро. Надеюсь, вам понравилось так же, как и мне, потому что я просто чертовски доволен. Мегамен! Мегамен! Так, ну да, я обещал диск с игрой показать. Единственное, что у меня стандартное издание, а не Deluxe. На момент покупки у меня уже, блин, повторяюсь, был этот диск. И коллекционка продавалась без диска за смешные просто деньги. Я решил вообще не заморачиваться по этому поводу. Поэтому, если мне попадется вдруг Deluxe в будущем, я заменю. Ну, в целом меня вообще это не парит. В этой коробке диск обыкновенный выглядит так. И кодик на костюм для какого-то там персонажа. Вот. Люкс издание, скорее всего, Season Pass. Ну, серьезно. Я не буду хвастаться за те деньги, что мне обошлась эта коллекционка. Я вообще даже не собираюсь по этому поводу париться. Все, теперь на этом прощаюсь. До новых встреч.